13 мая 2018 год. Мы с вот этими парнями идем на футбол. Ростов, лес перекрыт, главная улица. Автобус поехал, людей повез. А футбол идет. Сейчас ворвемся на арену. Тут еще человек ведет прямую трансляцию в Инстаграм. Наверное, в Инстаграм. Сергей Сергеевич, как всегда, серьезен. Да, я вижу, как он серьезен. Чего вы ржете? Он да, я нет.
закончился матч Ростов Урал. Ростов победил. Ура! Теперь мы возвращаемся назад на своей супер-супер машине. Мы познали. Идет полный довольный очень сильно. Не знаю, видно, наверное, видно. И честно, Сергей Сергеевич. Наш человек! Сейчас начнется. О, опять это, я не угнали.